мы отправимся в запретную зону. То самое место. Давай, Кобяков. Я никуда не пойду. Ну вы пацаны. Посмотрите. Я все предусмотрел. Брысь! Пацаны, это вы? Мозги. Пацаны, это же я. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Экстренный выпуск новостей. В научной лаборатории чем породили зомби? Все ученые бесследно пропали. Миру грозит самый настоящий зомби-апокалипсис. Это очень страшно. Да их не существует. Да, вы только представьте. Поехал, они же мозги едят. Кобяков, тебе это не грозит. Такой сюжет, так интересно должно быть. Прикиньте. Ты самый вкусный, Серега. Мы же можем спасти человечество. Лайков мы наберем, если спасем планету. Посмотрите, мы уже кое-что подготовили. Привет, меня зовут Влад4 Гуле. Как вы уже поняли, мы отправимся в запретную зону. Где вещи для выживания. И выдвигаемся. Не существует зомби, понимаешь? Их нет. Это какие у них есть особенности и слабости. Такие, как их показывают в фильмах. Итак, ребят, зацените Прошка, чтобы заснять каждый момент. Огромный, но он конкретно для выживания. Тактический фонарик. Топорик. Очень хочу поймать зомби и провести над ним парочку экспериментов. Зомби тупые. Думаю, они на это купятся. И еще немножечко маскировки. Но кто знает, может и пригодятся. Так, зомби не существует. Мы просто едем в лес собак. Вот они действительно опасны. Ну, я беру с собой защиту от собак. Вот так, кусай. Мячик для собак и еду. Больше мне ничего не надо, потому что зомби не существует. Куда не хочу ехать, придумали что-то себе там. С собой возьму грабли, ими можно отмахиваться. Термос и бутерброды. Ну и фонарик, чтобы не так было. Ноклей, чтобы видеть издалека, взял. Краски для боевого раскраса не сбегаются кучей на этот свет. В общем, к бою готов? Могут ставить лайки. Почему? Потому что у них нет мозгов. Если вы еще не стали зомби, докажите. Что, вы готовы? Да. Кобяков. Похоже, это то самое место. А собак кто-нибудь видит? Не, пока никого. Пацаны, ну... Поехали лучше на ангар, тиктоки поснимаем. Зомби нападает на каждого четвертого человека. Смотри, раз. Да пацаны, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Блин, главное, чтобы там не было собак. Пацаны, пожалуйста, потише. Погнали. Пацаны, пошел, пошел. Эх, ребят, я надеюсь увидеть его своими глазами. Если я увижу зомби, я уверен. Зомби медленный. Но вот собаки, это реально стрёмно. Но, пацаны, подождите. Блин, подписчики скажут, что мы чокнулись. И ни одного лайка нам не поставят. Скрываться в чаще леса. Нам нужно туда. Для того, чтобы здесь была база зомбаков. Давай, Кобяков, стукни по туалету. Я никуда не пойду. Зомбарь вылезет. Давай, Глент, вместе с тобой. Иди сюда, Кобяков, не стой. Открываем. Снимайте. Где их искать? Ладно, давайте здесь кинем где-нибудь камеры. В эти мегупрошки. Так, я погнал. На дерево закину. Так. Идеально. Скоро солнце сядет. Ай, пов! Что там? Ну вы пацаны, посмотрите. Тебя потеряли. Ничего, пацаны, спокойно. Кобяков, вставай, детская царапина, господи. Все, Кобяков, жить будешь. Дай руку. Готовы? Да, я готов. Тихо, пацаны, слышите? Вопли. Это все характерно для зомби. Камеру и хочу увидеть зомби. Бегать, меня съедят. Тихо, пацаны. Тихо. Привлекать их внимание, хорошо? Бежим. Частенько в наших роликах нам помогает маскировка. Максимально четко разглядеть, смотреть. Поэтому я сейчас, кстати, неплохой пенек. Наблюдаю за зомбаками. Так, надо побыстрее. И... Что дело? Так, я сейчас возьму, просуну GoPro-ху. Блин, надеюсь, вы увидели. Повсюду летают военные. Остановить зомбаков раньше, чем военные. Смотрите. Вот это кадр вы видели? И зомби. Сейчас подскочу и как ей. Ладно, посижу здесь. У зомби наблюдается необычная концентрация внимания. Вероятно, так могло произойти из-за повреждения мозга. Я взял с собой цветной дым, чтобы привлечь внимание этих зомбарей. А, зажигалка. Зажигалка, быстрее. Давай. Нет. Я слышал, как одного человека укусили. Спасите! Пугался. Чудак, да нет. Стоп, давай поговорим, обсудим. Толстый, реально,
Он же тупой, как собака, и куса... Сидеть! Лежать! А, есть еда! О, смотри, какая вкусняшка! Ты привередливый! Подожди, ты меня сейчас съешь! Точно! Какой интересный! Да. О, ребятки, холодает! Говорил, что зомби могут пережить сильный холод. Уже опасность. Так, тут какое-то здание подозрительное. Разгадка. Как спасти мир от зомби? Там собака сидит. Тихо, тихо. Слушай. О, а это что? Нифига, с замочком и даже с ключом. Зомби, я думаю, в самый раз. Интересно, какой зомби туда полезет? Есть идея глазами зомби посмотреть, как они выглядят. У меня же в портфеле есть мозги. Увидят, подойдут к ним, а когда они поймут, я залазить не буду. Кетчуп. Кетчупом они подумают, что это кровянка, и попрут. Быстрее, ключик, замочек. Побежали прятаться. Сижу на чеку, жду. Как только, так сразу бегу, закрываю. Быстрее. Мозги плюс громкий лай собаки. Ребята, подписчики, эксклюзив. Она жрет мозги. Искусственные мозги. Так. Быстрее, закрывай. Свободы. Ребята, ну а? Блин, где пацаны? Я бы им показал. Ой, ребята, ну это контентище. А что это чувак идет за нами? Так, девчонка в клетке. А он, интересно, ко мне или спасать свою подружку? Ладно. Он за мной! Он идет за мной! Я друг друга. Исходя из этого, мы получаем правило номер 2. Возможно, они сочтут меня за своего и не станут есть. Открываем ее. Чтобы выглядеть максимально правдоподобно. Так, нужно еще... Походка у зомби должна быть немного неуклюжая. Тело не могут функционировать нормально. Так. Здесь написано, что зомби чуют тепло тела. А я бегал. Тряшливые. И их, скорее всего, притягивает мусор. Внимание, зомби. Я сейчас расставлю палатку, спрячу с нее. Установил. Зомби, надеюсь, мне хватит патрон. Закончились патроны. Нет! Зубастые, но такие тупые! Хорошо, что у меня есть нарукавник, я все предусмотрел и... Брысь! А ну отойди! Отъянь! Блин, я не оторвался! У меня бешенство теперь будет! Щипит! И мне поможет! В детстве же помогало! Страшно! Я просто посередине леса! Необдуманное и дурацкое решение! У прошки и поскорее отсюда уезжать! Где-то здесь была! Блин, сколько мы будем здесь находиться, я не знаю. Жесть, здесь очень страшно. Пацаны, это вы? Мозги. Пацаны, это же я, это Пуська. Я Пуська. Блин, я рассказывал, что не помнит никого из другой жизни. Превращаются в зомби. Кто-нибудь знает, как вылечить человека от мутации? Тут какая-то машина. Возможно, здесь кто-то есть. Помогите! Лаборатория. Здесь баллон с надписью «Антивирус». Попробовать сделать так, чтобы пацаны превратились в нормальных людей. Пацаны, стойте! Серега, делай искусственное дыхание. Не надо. Пацаны, вы бы видели свои лица. Блин, Кобячков, ты оказался настоящий герой. И проявил геройство. Ты-то спас только нас троих. Снимем вторую часть. Я, меня зовут Влад 4. Всем пока-пока, бежи.